Говорят, благодаря литературе человек способен прожить 1000 разных жизней, при этом не выходя даже из собственного дома. Художественные произведения способны заставить нас плакать и смеяться. Я, например, люблю слушать рассказы прямо из уст автора, и скоро такая возможность у меня появится, а заодно и у всех жителей Березняков. Прочитать свои вымышленные истории в Березняки приедет модный автор-публицист Александр Гутин. В своем творчестве писатель рассуждает о советском времени, людях, различных событиях и даже о том, что чувствует стекло от бутылки. Истории Гутина разные, но их неизменно объединяет проникновенность и яркость. В детстве выбор профессии, он всегда очевиден. Ты хотел быть кем-то героическим, да, вот солдатом, летчиком, космонавтом, но все выросли и стали бухгалтером. Большой пласт творчества Александра Гутина отводится детству и взрослению, а также мечтам, сбыться которым по каким-то причинам было не суждено. Все, о чем мы будем говорить, понятно людям нашего возраста, может быть, немножко помладше, немножко постарше. Это наша жизнь, начиная примерно с 8 лет и вот до теперешних нас сегодня. То есть то, что нас волновало, волнует, и, возможно, будет даже волновать. Проект «Внезапные чтения» — это парные выступления автора и актера, где они погружают слушателя в мир ярких эмоций, раздумий и смеха. Происходит это благодаря профессиональной игре Михаила Полицеймака и неповторимой харизме автора Александра Гутина. Купить билеты на уникальное мероприятие можно тремя способами. В кассе ДК имени Ленина, на третьем этаже офисного центра «Юбилейный 1», кабинет 16, а также на сайте kassy.ru. QR-код сейчас на экране. Алина Багрянская, «Наши новости».